Знаете, ребят, в жизни абсолютно бывают разные ситуации. Я не жалуюсь, я сильная девочка, я со всем справлюсь. Так бывает. Так бывает, рассказывать ничего не хочу, делиться с вами тоже не очень хочется. Просто не теряйте, я жива, здорова, не нужно меня искать, не нужно говорить, что со мной, где я, те, кто меня видит, например, знает. Ребят, в моей жизни все будет прекрасно.